Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию легендарную мушку, которая называется матука. Она изготавливается из пера с использованием определенной техники. В то же время используются определенные перья. Я хотел бы вам предложить несколько свой вариант. Вот эта мушка уже побывала, наверное, раз пять в зубах наших разных хищников, в том числе и щуки. Как видите, довольно-таки выносливая. Поэтому я делаю небольшое отступление и в процессе изготовления буду объяснять, почему я использую те или иные другие перья. Давайте приступим. Крючок я беру четверочка, шестерочка, то есть так, как вы захотите по той величине рыбы, которую вы будете ловить. В чем заключается весь смысл? Мы сами величиной крючка фильтруем рыбу, которую мы хотели бы вылавливать. Я промазываю клеем и огружу мушку. Грузку я произвел больше в передней части. Зачастую мушка, имея такую обширную площадь соприкосновения с водой, не всегда стабильно себя ведет в воде. Поэтому я стараюсь не использовать, можно поставить и бусинку, но это уже немножечко будет другая мушка. Тело по-другому изготовить. Я сейчас постараюсь изготовить мушку так, как она изначально изготавливалась. Нить беру порядка 6-0. И проматываем немножечко наш свинец. Сильно не усердствуем, так, чтобы по краям его закрепить. Доводим до загиба, чтобы наша нить закрепилась. Тело мы будем изготавливать с вами из черного даббинга с обмоткой белым люрексом. Можно юнимуляр, можно использовать любое, будем говорить так, любые блестящие элементы, те, которые у вас будут в наличии. Можно вообще изготовить из люрекса. Для крепления пера я использую обыкновенную проволочку, которая не хром, для намотки спиралей, как я уже говорил. Достаточно крепкая, не ржавеет, не гниет, и в то же время небольшой ее диаметр достаточно хорошо держит материал. И взял полосочку серебристого люрекса, так как в моем проверенном варианте черное с серебром довольно-таки хорошо действует на окуня и на щуку. Приманка довольно-таки хорошая, работает практически по любой рыбе. Сколько раз было, что зазеваешься и уже все. Скушали твою приманку щучки. И теперь давайте будем изготавливать. Можно методом расщепления петли, можно методом нанесения на нить, но учитывая то, что у меня нить достаточно толстая, я буду изготавливать даббинговую нить методом расщепления своей основной. И берем наш черный даббинг и делаем наборочку. Как обычно, промажем клеем. Даббинг необходимо наносить не очень много, но в достаточном количестве для того, чтобы создать нам коническую форму.
и скручиваем нашу теперь нить. При изготовлении тела также можно использовать и синель, и тесьму, какая у вас есть в наличии. Весь материал, который вы сочтете необходимым, потому что тело здесь, как вы задумаете, так оно у вас и будет выглядеть. Главное, чтобы оно было достаточно крепким. Добавим еще, нам недостаточно. И изготовим тело вот до окончания нашего свинца. Изготовили тело приблизительно вот такой лохматости. Теперь я беру, поменял я нить. И берем, выполняем обмотку. Обмотку люрексом я буду выполнять сразу, делая один полный оборот у загиба, и после этого с равным шагом, стараясь хорошо продавливать наш даббинг, двигаюсь колечку. Вот так будет достаточно. Я сразу добавляю капельку клея, чтобы мое крепление было более качественным. Как я уже говорил, тело можно изготавливать из любых материалов, поэтому вы уже пробуйте. Можно вплоть до того, как я изготавливал из блестящего люрекса, можно из трубки, но переходим к такому элементу, как крыло. Вот я взял два перышка с крыла. У меня есть в наличии цесарка, поэтому я изготавливал из нее. Подобрал два перышка. Почему из крыла? Потому что в данный момент я огрузил, и крючок у меня достаточно крепкий. Поэтому мне желательно, чтобы и перо было значительно крепче. Крепче перо, как вы понимаете, будет находиться у нас на крыле. Подготавливаю, выбираю длину. Длину я обычно беру несколько больше, чем принято. Я беру полторы длины, а то и несколько больше всего крючка. Вымеряем длину, прикладываем, посмотрим. Вот приблизительно нам столько будет достаточно. Если по каким-либо причинам мы можем спокойненько еще подорвать наше перышко. И начинаем крепить. Я буду крепить так, чтобы мои перья находились строго сверху. Так как у меня очень уж толстое само по себе перо, я его хорошо вот так прихватываю, пока ничего не отрезаю, потому что особенность уже крепления такого жесткого пера имеет проворачиваться. Совсем немножечко капну клея на место крепления. И подождем, пока наш клей подхватится. Вот так будет достаточно. Теперь я беру нашу проволоку, которой мы заранее закрепили. Еще раз примеряем наше перо. Если по каким-либо причинам у загиба нас что-либо не устраивает, мы можем спокойненько еще, вот как в моем варианте, подправить, добавить или же
уже сдвинуть у нас не получится. Поэтому вот как у меня вот такой вот этот сегмент, как вы видите, он у меня немножечко лишним. Я его, дабы не портить мое крыло, как оно есть, я его отрезаю до ости. Остатки убираю. Вот теперь меня вполне устраивает. Теперь нашей проволокой начинаю сегментировать наше крыло. Разбираем аккуратненько наши перья. У загиба выполняю один полный оборот. И раздвигая наши перья, вот так будет лучше, да. И раздвигая наши перышки, стараемся попасть сразу так, чтобы на место нашего люрикса, чтобы мы проходили по одной из кромочек нашего люрикса. Раздвигаем следующую прядь. Можно даже взять даббинговую иглу, дабы помогать себе. Вот так. Если вам перо очень уж непослушное, его можно намочить. Это не возбраняется. Как вы видите, мы уже закрепили хорошо наше перышко. Делаем крепление основного пера один полный оборот. И окончательно я теперь закрепляю нашу проволоку. Промажу клеем, дам подсохнуть и потом только лишь окончательно все культурно отрежу. Удалили остатки пера, закрепили немножечко люрикса, как я вот добавил пару полосочек. И я взял, вот у меня вот такое перо селезня, или можно использовать перо древесной утки. Вот центральную часть, которая идет на оси нашего перышка, я ее отрезаю. И вот этот пучочек, который у меня центральная, мы вырезали. Мы с вами будем используем все перо. Я закреплю в качестве бородочки внизу. Подбираем длину, какая нам необходима, так, чтобы доходила до жала. И притяжной петлей крепим пару-тройку оборотов, нам будет достаточно. Посмотрели. Вот меня это вполне устраивает. Остатки сразу удаляем. Для покрывного, если так его можно назвать, украшения, мы будем использовать оставшуюся часть пера. Для этого я беру, укладываю вот так, чтобы у меня слева-справа огибало мое перышко. И у меня выйдет при загибе и креплении пера, подберем равное количество, у меня выйдет вот такая крыша. Крепим. Следим за тем, чтобы наше перо никуда не уходило.
Вот у нас вышло вот такое сверху покрывное. Убираем остатки. Подровняем, чтобы смотрелось у нас красиво наша мушка. Теперь для того, чтобы нам закончить более симпатично мушку, я буду использовать тоже остатки вот такого перышка гризли, но уже из петушка. Закрепим его здесь. И буквально сколько нам будет позволять перо, выполним здесь 1,5, 2, 3 оборота, так, чтобы обозначить немножечко нашего пушку. Можно использовать любое перо, но так как мы решили все использовать гризли в крапинку, поэтому я использую вот такое перышко. Не могу сказать, что настоящая матука вяжется именно так, потому что этой мушке уже больше 300 лет, а может даже и больше, обманывать вас не буду. Поэтому все утверждения, что она должна вязаться так, я считаю не совсем правомочны. Закрепим перышко и сформируем окончательно головку. Нанесли капельку лака, сделали завершающий узел. И вот такая симпатичная наша мушка, стример, по принципу матуки, готов к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!